Александру Канаеву, заместителю руководителя Верхневолжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в крупном размере и выбрана мера пресечения. По версии следствия, и это зафиксировано в предъявленном обвинении 14 мая и 14 июня, указанные заместители руководителя, в служебном кабинете по месту работы по адресу улица Калинина, дом 9/21, получал деньги в качестве взятки, соответственно, с датам, суммах 50 и 120 тысяч рублей. Деньги были получены от директора учебного комбината, который производил подготовку рабочих. Суммой в 120 тысяч рублей Канаев воспользоваться не смог. Сотрудники Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции областного УМВД задержали чиновника с поличным. В лице Канаева управление оказывало покровительство частному бизнесу. За указанную сумму было обещано покровительство в процессе контроля и надзора над деятельностью данного учебного комбината за именно процессом подготовки и аттестации работников. Октябрьский районный суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь подозреваемый будет ограничен в общении с определенными людьми и в использовании средств связи. Расследование уголовного дела продолжается. Любовь Почерникова, Андрей Семиолков, РТВ Иваново.